когда приходят знакомые и незнакомые люди, пес проявляет излишнюю возбудимость и начинает, у него появляется желание ласкаться, прыгать на приходящего, чтобы с ним познакомиться. Возбуждается. Возбуждается. И главная задача снять это, с него это возбуждение, чтобы он спокойно относился к приходящим людям, к знакомым, к незнакомым, и как можно меньше на них реагировал. Границу устанавливать. Да, нужно блокировать его это состояние и преподнести этих людей на более спокойном уровне эмоциональном. Чтобы он проявлял интерес, а не возбужденность. Нет. Вперед. Вперед. Вот сейчас смотрите, как будет звонок. Я сразу ему скажу уже не. Эй. Вот так. Не. Он, понимаете, что происходит? Он начинает, да, входить в это состояние, а я уже блокирую. Я не жду, пока он войдет в такое состояние, да, потом он начнет что-то делать, Андрей. Вот так. Заходи. Он отсюда, пусть отсюда. Да, да, отсюда, отсюда зайдет. То есть не нужно ждать, чтобы он включится. То же самое и здесь. Если сейчас, допустим, я знаю, что этот человек отсюда должен зайти, его место, я еще назад его скажу, чтобы он ушел. Еще дальше. Вот. Эй. Могу его позвать сюда. Иди сюда. Эй, иди сюда. Иди. Вот здесь лежать. Вот так. И сейчас, когда этот человек придет, я открою ему дверь и буду его контролировать. Андрюша, отойди, я чтоб снимала. То есть, ты... Конечно. Вам же нужно. Андрюша, отойди, ты мне мешаешь. Вот так. Ага. Эй, заходи, заходи, Илья, заходи. Я сразу его, видите, как он встал с места. Вот так. Я сразу его предупредил. Эй. Он сидит. Привет, Илья. Может, пару минут просто с нами постоишь и все. Вот. Вот так должно быть. Вы пускайте его уже к человеку. Этот человек, который сейчас пришел, он для него источник возбуждения. Вот такого. Вы его пускаете, потом начинаете его воспитывать. А я воспитываю, когда в нем включается это движение. Понимаете? Я сразу выключаю. А вы, вместо того, чтобы выключить, пустили, наоборот, уровень поднялись на пятый, потом начинаете что-то делать. А потом, когда он успокоится, я ему скажу: Джека, иди познакомься, иди, иди познакомься. И он будет на спокойном уровне. Я же вам говорил, он будет обнюхивать. Вот так. Потом скажу: эй, иди. Илья, вот, вот в сторону, вставай, вот так. А, эй, давай. А там скажу, чтобы он там оставался, вот так. Так намного эффективнее встречать человека. И потом он поймет, когда человек приходит, не нужно так бурно встречать. Я должен успокоиться, чтобы дали мне возможность обнюхать этого человека. А то он понял, если кто-то приходит, я сразу напористо должен на него идти. Иди, Джека, иди, иди сюда. Можно, можно. Можно, иди, иди. Иди познакомься. Потом могу и сейчас тоже сделать замечание. Нет. Вот. Эй, нет. Потом могу сказать. Иди на место. На место. На место. Видите, я блокирую. Иди на место. На место. Вот так. Умный. Так намного лучше. Нужно его пускать сразу. Нужно его блокировать. Вот так. Вы. Давайте вы.
Вот так, отлично. Я сейчас понял, что нужно делать. Эй. То же самое, я, Андрей, нет, зачем? А, просто. Вы, понимаете, сейчас диктуйте ему телу, что делать. Вы телу говорите сидеть, лежать, не мозгу. Эй. Сейчас откройте домофон. Заходи, Илья. Илья. Он меня не закрыл. Идет уже. Хорошо. Так же встречайте. И помните, он должен вот так. Вот его граница, Андрей. Вот. Угу. Эй! Вы сразу реагируете. Сразу же. Привет еще раз. Спасибо, что пришел. Вот так. Эй! Не говорите так. Он сам это сделает. Сознательно нужно, чтобы он делал. Без жестов, без слов. Он сознательно должен сесть. В этом случае мозг проходит это. А в случае сидеть, лежать, телу вы диктуете. Не мозгу. Ну вот он. Вот так. Можно еще чуть-чуть удержать его. Андрей, помните, чем дольше он будет вот так. Вот смотрите, человек, который к вам пришел, может начать разуваться, раздеваться, да, пройти к вам, а он должен так лежать. Чем дольше он будет лежать, тем его знакомство с этим человеком будет на спокойной ноте. Он просто придет обнюхать. А если сразу он подойдет, он и прыгать будет на этого человека, потому что он возбужден. Сейчас мы убираем возбужденность, оставляем любопытство. Кто это? Вот и все. Можно, иди. Иди понюхай. Все, уходи. Нет. Телом. Вот смотрите, нужно зайти между Ильей и Джеком. Ничего не делайте, он сам сядет. Или пусть стоит. Но ему нельзя сюда. Или можете сказать на место. На место. Вот так. На место. Ну вот так, дружок, тихо. И спокойно пригласить человека. Вы его пускали, он подходил, возбужденный прыгал, потом начинали ему говорить нельзя. Когда мозг возбужденный, очень сложно контролировать этот мозг. А так очень легко. Вот и все. Раз, два. Важность этого всего в том, что вы можете дать ему возможность играть, но во время игры очень хорошо подчеркивать, кто вы есть для него. Вот смотрите, вот он бежит с игрушкой, да? Эй! Молодец, можно. Можно. Он возьмет опять, будет бегать, играть. Я еще раз. Каждый раз я подчеркиваю свой статус. Каждый раз, подчиняя его, мой уровень лидерства растет. Растет. Вот смотрите, он сейчас бегает. Можно ли это ему дать? Давай, давай, можно. А сейчас, если я хочу, чтобы он вот так, Андрей, отлично. Вот так, а сейчас разрешите. Можно. Можно. Можно, играй. Нет? Вот. Ты знаешь, я понял, в чем наша ошибка. Когда мы пытаемся его остановить, мы идем за ним, а бежим, говорим ним нет. Идти. А когда за ним не бежишь, говоришь нет. Он сразу бросается. А знаете, в чем фишка, я вам скажу? Бегать за ним, это значит с ним играть. А когда вы замираете на одном месте и говорите нет, он хочет уйти туда, вы делаете шаг туда. Хочет уйти туда, шаг туда. Блокируйте его. Это уже не игра. А бегать за ним, это играть.
Бросьте. Вот смотрите, сейчас он возьмет, побежит сюда, я ему сразу скажу нет. И посмотрите, как я это сделал, как я буду замирать на месте. Я за ним не буду бегать. Вот смотрите. Эй, нет. Молодец, Жек, можно. Можно, можно. И опять, пусть бегает, пусть играет. В нужный момент, когда мне это нужно, я его останавливаю. Нет. Нет. На, Джека. Беги. Один второй. Давай. Я хочу, чтобы он еще был. А, ну это его по кругу просто гонял. Сейчас. Вот так. Видите, сейчас это игра. Если за ним гоняться, чтобы он отдал, он будет от вас убегать. Это игра. А когда вы стоите на одном месте, Татьяна с ним, вот, нет. И его покажите. Давай. Вот сейчас он с игрушкой бегает, и я на дистанции скажу. Вот смотрите, сейчас он уйдет туда. Нет. Вот. Молодец. Можно. Молодец. Молодец, друг.